Просто так можно реально долго сидеть, постоянно что-то будет не давать. Но после фараона рандом это уже не остается, там все от меня зависит. Разве что пропрыг на ласте, ну, настолько сложный, что для меня практически как рандом. А все остальное чисто вот сконцентрироваться и нормально идти на Бермуде. Это не программа, это я жму кнопку. Она не определяет, она вводит данные. Ну да, я сам ставлю. Я думаю, это автоматизировать это было бы слишком сложно. Да, типа гораздо проще просто. У меня программа специальная, то есть мне даже не надо лезть. Я раньше-то я каждый раз после попытки лез в ОБС и там вручную заполнял. Сейчас просто кнопку нажимаю. Get Stromans. Сейчас все максимально просто и, конечно, тоже помогает. Так мне было бы тяжело столько. Только попыток делать каждый раз это все заполнять. Поздновато запрыгнул, не хотел рисковать. Это не то, чтобы какой-то топовый пейс, чтобы не рисковать, так-то довольно слабый. Был прыжок. Ну, Шотландия нормальная. Опа, пропрыг. Блин, Шотландия, наверное, почти на голду будет с таким пропрыгом. Но угадывать все равно надо, потому что первый Ниагара было не очень. Окей. Ну да, почти по голде. Нормально. Даже мистер опять меня смешит перед островом что-то. Такие какие-то специфические ошибки у меня какие-то вообще странные, непонятно. Почему именно перед островом? Почему я перед Египтом, перед этим Бермуды, там тоже 5 блоков с текстом, но там я их нормально скипаю. А? Жесть, вот бы еще Ниагара была топ. О, вот это пропрыги, блин, я даже перелетел.
Кто пропрыгивай, изи, ладно, нет, нифига. Так. Что это такое? Босса дают. Жесть. Мне сегодня босса дают. Каменные дают. Что происходит? Фараону, блин, да фараон этот пипец. Он пойдет. Пойдет. Мне кажется, это все время последний удар по боссу, как криво делаю. Кэтфул Гор. Вот оно. Так. Да. Момент. Надо сделать, да, кстати. У меня руки трясутся, капец. Они еще после Египта тряслись.
Я не знаю, надо разумяться как-то, что ли. Привести себя в порядок, выдохнуть. Ух. Я не знаю. Мы закончили с этим, прикиньте. Как-то это слишком легко даже было, мне кажется. Я думал, 58 будет сложнее. Как, типа... Сейчас, типа, топ-ран это 57 уже, 58. Ну, я кто-нибудь другой, опять же. Как... Типа, надо оставить место другим. Я мог бы и продолжить еще, может быть, еще бы даже улучшил, но... Я пока что оставлю, передаю эту эстафету следующим желающим и... Не знаю, вернусь ли я еще вообще когда-нибудь в основную категорию и смогу ли я когда-нибудь это улучшить. Не уверен. Может быть, я буду пробовать, но не уверен, что когда-нибудь смогу.